Если нашу жизнь представить книгой, каждый день мы пишем по листу. За год получается прилично. Толстый томик, много дней в году. И таких томов мы написали столько, сколько лет уже живем. Личную свою библиотеку каждый пишет жизнью, день за днем. Здесь в наших томах хранится все. Белые счастливые страницы, есть тяжелые и черные листы, слезы на них капали с ресницы. Здесь успех и радость, боль и грусть, все перемешалось в нашей жизни. Все прошли мы, это опыт наш, есть и то, о чем жалеем трижды. Жизнь и вправду сложная у всех, и ее не перейти, как поле. Гладких, ровных не было дорог, каждому досталась своя доля. Главное пройти и не согнуться, и остаться добрым до конца. Быть побитым, но не обозлиться, радость сохранять в себе всегда.